Генеральный спонсор прогноза погоды – торговая марка «Помпа». В среду в Самарской области ясно, местами пройдет небольшой дождь, сохранится жаркая погода, плюс 29, плюс 33 днем, ночью 20-22 градуса выше 0. Ветер южный, юго-восточный, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани солнечно, днем плюс 32, ночью плюс 20, южный ветер, скорость 3 метра в секунду. В Тольятти безоблачно, днем плюс 31, ночью плюс 22 градуса, южный ветер 3 метра в секунду. В Самаре ясное небо без осадков, плюс 31 градус в дневное время, ночью плюс 21, ветер южный 2 метра в секунду, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 31%, температура воды в реке Волга 25 градусов, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.